Pechar kasa teri nye la ya jorwe churu kwar de songu de sons, ma logu de sons. Dine yi de zamba ta jinda ke mendo ta. Manzo yon dine jorwe churu de chikshe guwa mendo ta. Jain kasa ja ja na re sam chong de. Teri ya jorwe churu de kwar songu de sons. Lo ya ti na. Dine yi de zamba ganzo jorwe churu de chikshe ja na wana. Так вот. Так получилось, что вчера и сегодня его святейшество Далай-лама, он объяснял 6 подготовительных действий, и мы вчера начали, думал, что мы завершили, но поскольку его святейшество Далай-лама уделил этому внимание, то я думаю, будет полезно заострить внимание на этих подготовительных действиях. Тогда я чувствую, что на ней касаются. Ре, не как чедур чесая, ты не вечер дюсома, не как чедур чесая ты казан чешусарова. Первая практика — это очищение пространства и помещения для практики. Вот вечер дюсома, ре. Ты не, сюда не. Не как чудур чая тела, гесен кари я же сел он дю тамба, что ранге эне бе, что камина тангбо юнгор, рева, кенинг же та тарутора мева ена бе тама, что ена ранге семина тама, эне что карсорова, каршок са ярва, каршок чоме са то со ена я рангла коргрес, В чем преимущество этого первого действия, очищения помещения? Во-первых, благодаря этому мы очищаем свой ум. Когда мы видим чистоту вокруг себя, то наш ум также невольно он приобщается к этой чистоте. Второе то, что божества светлой стороны, они привлекаются и окружают нас. Та ты не, карень го, не как чедорчи, кусон тучи, тен драмся, кусон тучи, тен драмся, ты каса вечер, драм та ты каса шусарва, та ты не, сюда не, кусон тучи, тен сяя ты вечер, сами сингрис, кую тен сяя ты не, та кузук тен то сори, та ты ла я, я не бе Сэнгу, вата сан, чаг, вата тэне сали чупа, та насо юар, та тэне тибе, эне бе, тимбургу ку нигалу юар. Тибе ку да, эне бургу нигалу юншок варва, кузук тэнла. Та тэне тигу сэна танга да тэнли руа. Бургу сэна эне сэгу зуэ чапа, мугу зуэ чапа, сангу зуэ чапа. Они сандам ли труба, они дол ли труба, шер ли труба. Вот это тинди гири ина, они это тицу самалу кутен ри, куитен. Следующее действие – это установление объектов опоры тела, речи и ума. Объекты опоры тела – это статуи, изображения Будд и святых. Они могут быть выполнены из различных материалов, таких как металл, бронза, медь, серебро, серебро, могут быть деревянные. Также к опорам тела относятся и изображения. Изображения – это нарисованные танка. Да, то солярис. Да, сунгу тенсей он дю там батачи, ганзу, да, ганжур тенжур тенриги, чабеги риги то со, не. А да, пече риги то со, кангалола, сунгу тенсей говори. Писание священной Дхармы, они являются опорой тела, речи. К ним можно отнести писание как ганжур и танжур.
Tadini tuji tense atila ya chidanga tu chöden gerik tindi yona tuji tense, chöden tusu. Ступы, они являются опорой ума. Тене дожида трибутини иная иная тучитен договоре. А также, если у нас есть колокольчик и ваджар, они являются также опорой ума. О да, тене да кусон тучитен дамсяга кусон тучитен тосу тене. Та тене ти кусон тучитен Nekan chidur chi, tsangma chi, tini kusong tu chi, ten tu sope, tsangma chi ni ya, tam, koram shin tu, tam tsa ni, ti je la tini, ta kari chi kwari si tu tsangwa, ta chupa yo me par, kuban zebar sham, su chini sung kwari. После того, как мы очистили помещение и расставили символы опоры, тела, речи и ума, далее мы располагаем перед ними всевозможные подношения, которые выполнены без лицемерия и расставлены красиво. Если подношения добыты нечестным путем, то эти подношения не будут являться чистыми. Не надо, да. Ака. Чоба йо ме бара, гопан зе бара шам сэ атила я, танда тири кар сэ варуго. Йо ме бара сэ атила джи йо дан, кунунг йо сэ чиг ригни йо ари. Джи йо дан, кунунг йо сэ чиг йо дала ни йо ари. Чоба йо ме бара сэ чиг варуго. Есть две категории чистых подношений, которые связаны с нашей мотивацией и также связаны с самими подношениями. Чоби гю ярва, чоби гю. А та тене чоби гю синдо гриина, да та тене торма гриина, да карина, мето гри, карина, чоби зи, занге карина я. О ти, мене чи карусорва. Жени гу юмба, тенде майимба. Жени лани чо юмба, тенде майимба. О та тенде чи гу гари. Относительно самих подношений, это могут быть фрукты, различные явства и прочее. Они должны быть добыты без использования лжи, обмана. Также они не должны быть украдены. Кюн мэба, ане бэ замбу чи ина ян, ранг кунунгу ngöne ян чи карсору. Гэнтэ чоба замбу, чоба карсору, кюпан зэбар шам, чоба замбу чи шамба ина, миг ане бэ я, бэ шибу чи ане бэ япунду сэя гэ, ngala нянда юн я, миг дюнла ян зэбу юн я. Вода тэнди самна дигу амарис. Ты на кунунгу не матавар, кунунгу йота, чесунг, ресунг. Ошибка со стороны мотивации – это когда наши подношения добыты правильно, и мы их расставляем, но имеем такую мысль, что вот я поставил очень красиво алтарь, перед ним мы расположил очень красиво эти подношения, когда люди увидят, они будут восхищаться, они будут думать, что какой я хороший, вот
такие мотивации, они считаются нечистыми. Дела тогда тенде лоджичу шоеваре. Нема кадамбе гиши пе кера чембочир пе самди мечабачи. Бен конджер сенгичи чонёрис. Кадамбе гиши бен конджер шунгичи чонёрис. Есть одна история, связанная с одним практиком Гше Кадампа. Его звали Бен Гончел. Немачила конгцала я тажи джинда тенде бе кечембо мангочи юнгинсы шубаинсари. Та санин нату бе джинда кечембо мангочи кунду чарги инсы лава инсари. Тене ти нигатила конг джинда тосо майон конла чопа намджинле бе зангбош бе нигжебу бе тенде чик шамя. Тогда чине те, кон ма жуче, самлоче, танче, чопату сола зиг, самлоче, танди самба. Сен чине коранг, ане бе тула я, кулунг бе юн я бате, чине кенче. Я танди чопату бе ригмду, ди ка чопате, жигтен чуже ку чопате сомате, жигтен чуже сена хакурва. Миген дола я, чин зебу сам, миген дола я по тон я сам. Тендеги чема то кунжола бе бе карсоро та тачигду бе кунжола пюя самло тес корео мар ми бе дуна я зебо тонья зам тендеги ке кунхо ё сонорва ти инди замба ани коранге та я та те ригмду гонже ента дзо майон кон Tadi dah cuni dulu tu, cila la cie ada dah. Tanda ti cere, kalau sekolah tu. Ini korang ke? Taya, tadi be coba tadi be dari zambu caw masuk. Kuning ke yatan cini, zambu caw masuk gongce. Ini telap arah kan, coba kan lah syeh. Tini, ti coba tadi coba zambu caw. И этот Гше, он узнал, что завтра к нему придут большие спонсоры, которые поддерживали его. И он решил приготовить необычные подношения на алтаре, которые отличаются от тех подношений, которые он ставил каждый день. Он очень красиво все расставил, и было приятно смотреть. Затем он сел и стал размышлять. И тут он понял, что эти подношения они содержат в себе ошибку неправильной мотивации, что эти подношения не были расставлены именно для трех драгоценностей, а были расположены, чтобы радовать глаз, чтобы другие люди восхищались, и эти подношения стали подношением восьми мирским дхармам. После этого он взял кусок грязи, то, что было там грязного, и швырнул в сторону этих подношений, и после этого сказал, вот теперь они достойные подношения. Вот услышали, да, ты не, я, что бы, кое бы зебр шам се он дю там батачи, надо пена, чик карсорого, нерчугу что бы се ачи орва, нерчугу что бы тавечи, шам бы ена, ты не карсорого. Чтобы тянуть то, чтобы бросать тянуть то, соина я хочу как мяба, а вот тенди я хочу дигу говорю, сунгуари. Обычное стандартное подношение содержит две воды и так далее. Вот в чашечке мы заполняем. Главное нужно, чтобы эти чашки не были поврежденными, треснувшими или же не должны содержать никакого изъяна. Тенди карсорова, тачи. Чугу чоба табу ена та и танда чоян та шапси та тэнэ тэчэп вата тусу чугу чоба рва а тусу ена я бэ хачанг я бэ кан чэва маинба хачанг макан бая маинба вата тэнэ чи гугу арэ сунгу арэ. Эти чашки, они содержат
себе подношение для омовения, подношение для питья. Также есть чашка с водой, которая является подношением приятного аромата духов. И вот эти вот три чашки с жидкостью, с водой мы заполняем так, чтобы вода не выливалась через край, или также, чтобы вода была не меньше, чем среднего вот этого вот верхнего уровня. Вот это речи. Чобадусу, он бе тингдусу яная. Пасу тугде бая маимба. Пасу я тарин боя маимба. Парула я те печер дисена дрог. Дрог дрочи юарва, дросея. Джеда, дросея юарва. Печер дрог, он бе дрочи парула. Шонцеши. Пару томба. Тендечи шагу, рису гвардеяцы. Также эти чаши не должны быть расположены далеко друг от друга и не должны соприкасаться. Расстояние между чашами должно соответствовать размеру одного пшеничного зерна. Тиджила тен девала кёс, тен девала кёс. Се он дюзамба, тен дева се гояг, дюнсен гарир се дюзамба. Та чик гом джабжи, денге чи ина, тен ге эне бе джабду тосам, тосам, чик юана яхуй варе. Дюн маасам, джаб тосам, чик юана яхуй варе, ясу варе. Расположив правильно объекты подношения, мы должны затем принять правильные позиции тела. Когда мы совершаем медитацию, хорошо, чтобы задняя часть, она была чуть выше, чем наши ноги. Говорится, что это помогает удерживать прямую позицию спины. Чана, они бе, цада, они бе, чик тусу бе, чамбо, ча, юн, дю, цамбо, они гом джавна я, чик шарьяда тусу ла, пенгри, сунгори. Когда наше тело находится в прямом положении, то наши каналы внутри тела, они также распрямляются, и это способствует правильной медитации. Да, ты не хор, тен девала, кэ, да, гэсам чебри чен чик гане, чем джута, сэм джейсэ, юн, дю, цамбо, они та чик карсу лук, ок. После того, как мы приняли правильное положение тела, мы должны зародить особый помысел, особо добродетельный помысел. Это обращение к прибежищу и зарождение бодхичитты. Обращение к прибежищу является тем, что уводит нас от неверного пути, а зарождение бодхичитты уводит нас от низкого состояния мотивации. Кончался у нас так бы не кончался у вас, кончался в июле кончался. Тела я не бе, та чик карсо, не так бы не кончался у вас, тела та чем русы говорит. Прибежище мы называем обращение от всего сердца к трем драгоценностям Буддхи, и Сангхи. И вот такое обращение защиты называется обращение к прибежищу. Вот тут. Та ты карсо, нам лохбали, чебрату, джеши, чем русы говорит, карсо, если он дюзамба. Та, а, нам лопа мотик ба гета чикарусорва, чумдали, я не бе чебартун джеше, теле чебарту папа чик, чебартун джеше тела чамросе гвар. Почему же прибежище называют тем, что отвращает от ложного пути? Потому что само прибежище, оно является истинным и уводит нас от неправильных воззрений, которые проповедуются в других учениях. Лам мембали чебрту джеже сигвар,
нам лопали чеберту жене да рыба набасанди бе эне бе чёсеяте тудасеяте нам лопали чеберту пахбачер а да тенди инде замба нам лопали чеберту пахбарете инея набасанди бе нала набасанди бе яна шуна нам лопали карсоро вата чеберту пахба а лам я такво ча девар лам да я такво ча ча сон реди лам я такво ина я ди нала я эне я чомен гэрэн байвар а ди инди замба лам мембале чебер дэн жэжи ямро сэгвар. Когда мы приходим под прибежище, то мы вступаем на истинный путь, мы отвращаем себя от ложных путей небуддийских традиций. Когда мы обращаемся и зарождаем бодхичитту, то поскольку существует как пути малой колесницы и выше, то мы уводим свой ум от пути малой колесницы. И породив обращение прибежища и бодхичитту, мы начинаем созерцать поле заслуг. Та цожин сар деба де пешер касан гама чиг шу саре, та ян чир шу могуа че, рва. Ина ян, та цожин ге нала я тени карсо рва, та чиг жигден лен дебе ла ша та, та ма то жигден лен деба ма то жигден бе ла тенди куэна дигуа ма ре сунгуа ре. До этого мы уже объясняли строение поля заслуг, поэтому повторяться не будем. Надо уточнить, что когда мы созерцаем поле заслуг, то все объекты, пребывающие на нем, они являются ушедшими из сансары, они освободившиеся, поэтому мы не располагаем и не созерцаем там мирских божеств. Анжитин бехлата бутенди куба яна та чужон тенди нала йоня ге нянка йорес чужон ку тени чужон тела я эне анжитин ле дебе сома ма то анжитин бе сома тенди куэнан дигуа ма рес. Когда мы рассматриваем и располагаем защитников на поле заслуг, есть опасность того, что среди защитников мы можем визуализировать мирских защитников. И поэтому мы ни в коем случае этого не делаем. Все защитники, пребывающие на поле заслуг, они являются освобожденными. Самыми главными защитниками являются первые – это Шестируки Махкала, он является покровителем высшей личности. Далее великий царь Ваджравана является покровителем средней личности. И великий защитник Тамджен Чойджел Кали Каларупа, он является защитником малой личности. Та ты сам дотачи карсово тебе сам говорил, где суми совоте ин сунгуар. Они также называются основными защитниками трех видов личности. Та ты не деданьям, да ты не пандельхамусея да вот. А они че карсово я гонгарсея да. А ты не карсово да. А чамсингсея да. Вот это все сочинка нала куярис. Одновременно с ними мы можем представлять на поле заслуг таких защитников, как Палден Хамо, Белого Махкалу, Гонкара, а также Бигзе или Жабсран. Тене гебу кунгасе ада. Та тенди сомери чи юаре. Жигтен те
Джигдембе Цюзунгу Сумари, Джигдембе Намбаченчи Сумари. Вот это вы и на Атане, да, скажу, Сошинг Налаку, на Джигмари Сумари. Среди защитников также имеются такие классы, которые были связаны с самаями, клятвами. К примеру, пять царей, Джабо Гунга или Пихар Джалбо, также или Дамжин Дуржаликпа. Они относятся к этим классам, и они являются мирскими защитниками, теми, кто еще не достиг освобождения от сансары. Таких защитников мы не созерцаем на поле заслуг. Вот и Сошинг нала гом ром, сошинг нала гом ромгу марисунгар, сошинг нала куэнэн джигу марисунгар римата, я чита сосуя шагла, я чик сосуя сума ебу кунгар, сума тэнгу яна я коти, сосуя шагла, жа чокуар, там джен яна я бе, жа чокуар, джигден бе сума тэнди яна я, сосуя тэнгу яна, сосуя шагла, няр чокуар. Надо чего море сеять, сошинг нала куэна дигуа море, сошинг нала гомна дигуа море. И хотя сказано, что нельзя их созерцать на поле заслуг, но если мы почитаем этих мирских божеств, мы можем их держать изображение у себя дома, на алтаре, мы можем делать практики, связанные с ними, но ни в коем случае мы их не созерцаем на поле заслуг. Пена сосу нала дигуа ина ячи, Джитене Деби Сумата, Гомбо, Энечи, Намси, Чуджи, Саму, Чамсин, Тендиги Ригда, Энечи, Ябу Кунга, Суми, Джитене Суми, Риг, Тенди, Нямти Яна, Энечи, Тесу, Тесу, Корам, Тенди, Дигугар. Нямти Теди, Майим Бачи. Тамбо, Энечи, Петачи, Гомбо Чаду, Соводов, Чичи, Тенди. Тени пацу ела чуджа, юнла энебе намсе, тени ти иен каронла пандел хамута, чамсе. Тени ене чик пена кунгата, тени юна тиги тала. Тиги тала дигва мато, чусу нямда юла дина дигва марис, нямда тетича дина дигва марис. Если у нас есть изображение немирских защитников, таких как Штируко Махкалы, Чойжела, Вашрауны, Падунхамо, Жамсрана, и также изображение мирских защитников, то располагание этих изображений также должно быть в соответствии с правилами. В центре мы всегда располагаем Штируку Махкалу. Слева мы располагаем от него, то есть с правой руки, по правую руку Махкалы располагаем Каларупу, Чойжела. С левой стороны мы располагаем Вашравану. Далее с двух сторон Падунхамо и Жамсран. И уже по краям мы располагаем мирских защитников, таких как пять царей, Таунхан и Дамжин Дуржаликпа. Да, Цошинг, не карсо, Цошинг, чо жила я, ебу чимбу жижуар, ебу чимбу жисаяч, юарва, ячин жи, ячин дежи. Ты карсо дютамба, танда карсо, юнгурсонта, пакдебу, чемикзанта, нам тюсе саяч, ты житер. Тогда нам же ина ангазу чи ногантен деги гог иенла тигуарва ти сомате чеда госунгу цёт, а госунгу цёт кугуаре, тене цошинге ина ти ине бе чокжела юаре, тогда цошинге карсорого, а цошинге нан пендебуге нала цошинге пендебуге нала пеменда магтенла кугуаре. Ебу чимбу жиде я дикта не ёр. Диктен лен дебе ванду чене куэнен чик ёр. Диктен бе ванду чене куэнен чик ёр. Та цошинг нанла. Та тит эту мандава чик ёр. Лохсу ни. Пендеб ке па чирул ту ане карсору. Чик чимба. Ёр ва чин. Чимба тен де догдо чик ререк ганла па куэ ёна. Джигден бе ванту чене жаре. Я пендев нанла цу юана, пендев гу ганла юана, пемендами ганла юана, танда карсорогу. Джигден лен де бе ванту чене куэпаре. Тенде сунгу юаре. Та тиенца, ебу чимбу жете, джигден бе намбар куэпа та, джигден лен де бе намбар куэпа. Та тенде чик ка ни тиши юаре те печер, джигден лен де, джигден бе намбар куэпа те манга инсаре. Тенде чик сунгу ду.
После того, как мы созерцали основных защитников, на поле заслуг мы можем видеть изображение четырех великих царей, защитников четырех сторон света. Они располагаются, соответственно, по этим сторонам – восток, юг, запад и север. Есть традиции, которые располагают их в качестве немирских божеств внутри лотоса, на котором располагается само поле заслуг. Также есть традиции, согласно которым мы их располагаем в качестве мирских божеств, и в этот момент они находятся уже за пределами лотоса. После установления в уме поля заслуг мы приступаем к практике очищения и накопления через осуществление семеричного ритуала. Что такое семеричный ритуал? Это практика поклонения, практика подношения, практика раскаяния, сорадования, практика просьбы не уходить в нирвану, практика просьбы вращать колесо учения и посвящение заслуг. Поклонение бывает поклонение телом, речью и умом. Когда мы совершаем поклонение телом, то мы должны правильно сложить свои ладони. Они не должны быть полностью соединены. Мы оставляем пустое пространство посередине, и большие пальцы двух рук мы складываем внутрь, чтобы образовалась такая выемка. И уже с такими сложными ладонями мы касаемся макушки головы, лба, горла и сердечного центра и делаем простирание. Это может быть как полное поклонение, а также неполное. Когда касаемся ладонями лба, горла и сердца, то это осуществляет взаимосвязь для будущего обретения тела, речи и ума Будды. Когда мы совершаем эту практику в собрании, то не всегда бывает возможность совершить полное или же неполное простирание, но если вы складываете ладони у сердца, то это будет замещать вам это поклонение. Если же вы находитесь дома и одни, то будет хорошо, если вы сделаете несколько простираний.
И даже если вы только одну ладонь будете держать у сердца, и это также будет означать поклонение. После поклонения вы совершаете практику по отношению. Само подношение – это подношение явных вещей, тех, которые вы расставили впереди себя. Также увеличение этого количества подношений в уме и придание им особого качества с помощью визуализации. Считается, что умом мы наделяем подношение другими качествами, и это сильно сказывается на самом подношении. К примеру, во время подношения воды для питья вы представляете, что это подношение, оно становится настолько огромным, что заполняет все видимое пространство. Также оно полностью чистое и наделено всеми качествами. И когда вы совершаете другие подношения, вы также увеличиваете их до объема пространства. И это усиливает ваши подношения и также позволяет накопить огромные заслуги. Следующим действием после подношения является раскаяние, очищение от ранее накопленной негативной кармы. И здесь мы представляем, что та негативная карма, которая была накоплена с изначального времени и до сего момента, мы принимаем во внимание, что мы совершили эти негативные действия, и мы раскаиваемся перед полем заслуг, совершенных в деяниях тела, речи и ума, во всех недобродетелях, которые мы совершили явно, а также во всех тех недобродетелях, которые мы явно не совершали, но подстрекали к совершению других людей. К примеру, просили кого-то совершить убийство или же воровство. Это тоже является и наша вина, и наш недобродетель. И также мы раскаиваемся в тех действиях, которые были сопровождаемы сорадованием, как в отношении собственных недобродетелей и в отношении недобродетелей других. Вот это результаты не будут обжиты, которые сегодня там по нам брать сунчим бы топ сегодня. Они не были лар добы топ сегодня.
тенчи топсы ячи. Они карасорогу, а? А, тенчи топчи, на набор сунчинпи топчи, небали сардоби топчи. Они сачи карингу. А? А, небо кундучи петоп, орели, небо кундучи петоп сяч. Вот, тридцать, топжи, 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 шикар, вот, я хочу самба, я на, они бы дивады, сава не так, то горе, я сунгар. И сорадование недобродетелям также является недобродетелью, поэтому мы осуществляем это раскаяние, применяя четыре очистительные силы. К этим четырем силам относится сила признания, совершенная недобродетель, это сила раскаяния, далее сила опоры, сила применения противоядия и сила отказа от совершения подобного действия впредь. И сила опоры, она заключается в принятии прибежища и обращении за рождение помысла о пробуждении на благо живых существ. Тень идет замба, они я чик кончила тень, тень сажа бе, дикбате деяна, они бе чамру, они таба не бе чамру, я поче бе деяна, они тиг они бе карсорого, дикба так тугуре сунгуаре, та карсорого, та мар симчила тень бе дикбате де саюна, они чанчу к сим гомна, они Тигия, они карсуру, да, чик, дивандапала, пенгию сунгуари. Почему обращение к прибежищу и зарождение бодхичитты является силой опоры? Потому что любая наша негативная карма, она совершается в отношении двух видов объектов. Это либо в отношении трех драгоценностей, либо в отношении всех живых существ. Когда мы совершаем негативную карму в отношении трех драгоценностей, то обращаясь к прибежищу, мы очищаем эту карму. Если же мы совершаем недобродетели в отношении живых существ, то зарождая бодхичитту, мы очищаем карму в отношении живых существ. Так что ежа дане, ане чиг дидон табе табчеядов, а чансевала, тене чиг дидон табе табчеядов, а та тене чиг тонжадов, тенде дэнче, тенде ла тене дидон табе табчея, а та тусо, а мусу дидон табе таб самче, а та тене карсо зонга саму дебала сопа, та тусо нимбу кунду чебе табиен сунгуари. Сила противоядия – это произнесение различных дхарани, к примеру, стословые мантры ваджрасаттвы, также простирание, произнесение вслух текста покаяния 35 Буддам, или же произнесение различных глубинных мантр – все это относится к силе противоядия. Следующая сила отказа от совершения недобродетели в будущем, она является важной силой. Если мы не отказываемся, не даем себе зарок в будущем не совершать подобные действия, то очень трудно очистить негативные кармы. Поэтому мы зарекаемся впредь совершать подобные. Так,
И чтобы у нас действительно возникла эта сила отказа от совершения подобного действия, мы должны понимать изъян и негативные последствия от этого проступка, а это опирается на силу раскаяния. Нам просто не бьет, то все эти карьеры сего дня, но гарсага я, не бе, не сам трапотенья, тер сунгор. Признавая пагубность недобродетели, мы развиваем вот эту силу раскаяния в этом содеянном действии. Та нэнжи, не бе, дигба сапала, не ба трапо, те ба ла, ганду, не чи карсару. И чтобы это сожаление о содеянном было действительно настоящим, нам необходима вера в закон причины и следствия кармы. Если у нас нет веры в закон воздаяния, то, соответственно, у нас не зародится никакое сожаление в отношении содеянных недобродетелей. Но если у нас есть вера в закон воздаяния, в то, что каждое действие несет свои последствия, то, соответственно, у нас возникает страх того, что ожидает нас в будущем. Поэтому мы легко зарождаем сожаление о содеянном. Вот это интересно. Это дурная энергия карсору. Ты на ней тут печертили, дива на ней, деньги топ, да, набор сунжин бе, карсо, деньги топ, набор сунжин бе топ, не бали сардо бе топ, а не букунду чё бе топ. Ты жиг на ней, а не танда карсо. Не бали сардо бе топ, да, набор сунжин бе топ, не де бе, цово ин сунгвар, ты не... Number Sunjin be top near to so what? Dinane, number Sunjin be top the Yabuyana, Yavali Sardo be top the Yon to Guyari. Ting you some by new, eh? Nangela, Josum, the Chinchilla, Domsum, Tapoji Yana, and the one Tapala, and a be Castle Nibadan, Dempachi Yungaris. Из этих четырех очистительных сил, силы опоры, силы раскаяния, силы противоядия и отказа от совершения в будущем, сила признания недобродетелей, а также сила раскаяния и последняя сила отказа от совершения этого в будущем являются самыми важными, потому что у нас должно быть сожаление о содеянном, на основании которого мы принимаем решение в будущем не совершать подобных проступков. И когда у нас появляется вот решимость больше в будущем не совершать подобного, то это очищает негативную карму. Гевала джису ерама сейван дюцамба. Та ранжин никалок, ранги сабе геца ена енда, женжи сабе геца ена енда, ва тела я, энебе джису ерама гом джетири. После раскаяния мы приступаем к части сорадования. Сорадование добродетелям, которые осуществлялись лично нами, а также те, которые были совершены другими. Вот Джису Иран, вот Джусунгар, вот Гевала Джису Иран Гомна, они бе Карсовар, вот эти сонами Соджа Чембучи Сахту Другори. Срадование добродетелям приносит накопление огромного количества благой кармы. Тогда Кунтантен Бедроми Гичик Сонгар, они бе Ньени, они бе Гечен Шик Джубндона, Джису Иран Гомши Чинесонгар.
Делхабю тоне та бе гева джа чэмбу чик джусамна, ане джису ира гом си чене сумар. И как говорил знаменитый Гунтан Демирджоме, что если ты желаешь обрести большую добродетель, то осуществляй сорадование, так как сорадование, оно приносит такой же добродетель, который совершает другой. Если мы видим, что кто-то совершает большие добродетели, то мы должны сорадоваться ему. После сорадования мы обращаемся с просьбой. Обращая свой взор к полю заслуг, центральному божеству Будде, а также всем окружению, мы просим их вращать колесо дхармы. Чужие коло ковра курвати, а не касающие батуми, тогда санжине, а не бе, сама дунда, печери живчи шегу имбе, не чиги тенде чила, а не чужие масомар жугарес, я, тогда не, а не, дима чужие коло ковра курвати, чужие коло ковра нагаде, карек деньги чарисе онди, а не самба да дяженьиге, а не бе чужие коло ковра курве сова табала, тене, а не Как мы рассказывали на первой лекции, когда Будда достиг пробуждения, в течение 7 недель он пребывал молча, он не давал учения, и по просьбе Брахмы и Индры он повернул колесо дхармы. Корвала, надуючи гарсо, сован дебате, чужи коло ковра куби, сован дебате, не я чи кечем бочи инсари, чужи коло корви, чаген, да тенде чи инсунгори. Вообще, само обращение с просьбой о даровании учения является очень важной частью практики. Чужи коло ковра курвасе, да не нянгеле мадавар, сован дебасе, он дю тамба, не Нянгали мандаварта, абе юрембу пату, жубар сованде патела сигвар. Затем мы обращаемся с просьбой не уходить в нирвану и долго пребывать в этом мире. Нянгали давин зепа мензепарас чине тус сигвар. Читан нянгали дагуямар, нянгали давин зепа зесипар, та тендичар. Эта просьба заключается в прошении не показывать действия, связанные с уходом в нирвану. Когда чужего рева, я на думбасе варва рели. Когда они бета чанса варта, чебан проварта, они гевала Иисус ерам, дикбашапа гевала Иисус ерам, чужу коло ковар курва, нянгали мандавар сован деба. Вот тедала тем бета чи геза, канче ёба теда тамже бета чи карсору. А смотря тамже чутан то санже чу кован тоби, они бе юрумова. Вот И заключительная часть практики – это посвящение всей ранее накопленной добродетели, возникшей от совершения поклонения, подношения, сорадования, раскаяния, от просьбы вращать колесо учения, от просьбы не уходить в нирвану. Вся та добродетель, которая была накоплена в результате этих действий, мы ее направляем на достижение нами состояния полного пробуждения, на благо всех живых существ. Да, ты держи. Так гева канче на яти жила я, они чиг мова малом че я, ты кечем буин сунгвар. Какую бы мы добродетель не совершали, самой важной частью является осуществление. Мови масен бе геса ты держи, я на эти ганзу карсорого.
Кунжода, Лохта, Тендечи, Тьева, Янная, Энебе, Гезаты, Мебар, Часыгрес, Гезаты, Джомбр, Джомбр, Тигрес. Кунжода, Лохта, Тина, Тиги, Гезат, Джомгрес, Унгар. Тендечи, Индюцамба, Кунжода, Лохта, Тендечи, Мати, Куни, Сажа, Геват, Усолай, Хуата, Малам, Чеджут, Кешем, Борес, Унгар. Если мы не совершаем посвящение заслуг, то в результате вспышки гнева или же зарождения ложного воззрения наши добродетели уничтожаются и иссякают. Очень важно после каждой добродетели посвящать ее, чтобы гнев и ложное воззрение смогли уничтожить эти добродетели. Далее, после семиречного ритуала, мы совершаем подношение мандалы. После подношения мандалы мы обращаемся с просьбой о даровании всех необходимых условий для быстрого свершения практики. После того, как мы завершили всю практику, мы уже должны свернуть поле заслуг. А сейчас, если у вас какие-то есть вопросы, можете задать. Его святейшество на лекции здесь сказал, что когда мы рассуждаем на уровне, нам надо говорить с точки зрения неутвердительного отрицания. А когда мы рассматриваем собственный опыт, и где он говорил в частности о английском языке, нам надо его рассматривать с точки зрения утвердительного отрицания. И вот я хочу спросить эта точка зрения, она общая для школы или это вот личная позиция его святейшества? И как-то ее прокомментировать, в частности, вот в чем различие позиции от позиции Шунго, вот в итоге будет в школе. Мега сегодня там ба, а читане гача кайен на это гача как бы шула я чужен, моим когда дупа мепен бачи, как ба сам, ре как сам сиг мато мега там ба как сам сиг мато, не ти не бе шула я дупа там дубе рик кайя мепен бачи. Когда мы размышляем над учением, то мы должны выявить, что является действительно существующим, а что действительно не существует. У нас должна быть четкая позиция и определенность в этом. Что касается личного опыта, мы должны знать, что именно полезно для нас, а что не является полезным. К примеру, пустотность, она является тем, что дает отрицание существования. Рандон,
ре. Чона бежантон дёдаде каринго. А. Тулака, чё женьги женьчик тонва, а женьчик жен тонва. Тулака геломку тонва сиди, тулака на гелом мендуксе, а ли. Да чё-то жен тон сиди там ба, тогда та чё на бе, та бе ще паче не сиди. Ты иди там ба, нанзу. А, тогда я лягу два, тулака геломку тонва сиди. Четанга тула кансе женчирва геломсе ди женчирва те тула кан гелом ко томасе ди тула кан ла гелом меди замба тула кан гелом ко томасе ре тула кан майнба те гелом тула кан гелом майнба те сегуарве а Сема кунда к тому батаве. Пенсион чик чик тома. Маже тире тонсе он дитам барва. Гахча тонсе гварва. Гахча дембар тубе тонсе он дитам ба. Рандон ранре, я тонжи чё тени, они бы ранжен чё тубе томасе, рангу не тубе томасе, он дю тамба, рандон те, сна тенди чёре, яндон се дю тамба, чё тонжи чё мадава ни ке он дю те тиги томбасе адавче, рва, те тиги томбасе он дю тамба яндон адавче чао. Тонжи чуди, кора чикти, ранг сини чутубе, тонва, ранжин чутубе, тонва, сеонди, тонва, рантонти. Разница между двумя воззрениями пустотности от самого себя и пустоты от другого, то, что называется рантон и жантон, от позиции согласно воззрению Мадхьямики и школы Джонампа, которая утверждает пустотность от другого, в том, что пустотность от другого Жантон, у нее есть пример. Она говорят, что представьте храм, который пуст от присутствия в нем монахов. Этот пример символизирует пустотность от другого. Когда мы говорим о пустотности от самого себя, рантон, то мы говорим о природе какого-то феномена или же объекта, что этот объект, он пуст от собственного подобия, от собственной природы. Это пустотность от самого себя. Когда мы берем два объекта и говорим, что этот объект пуст от присутствия этого или же наличия этого объекта, то это называется пустотность от другого. Это грубый пример. Есть такое мнение, что опора на воззрение жантон, оно не приносит окончательного освобождения от сансары. Я не могу ясно объяснить это вот воззрение пустоты другого жантон. Рантон сеяте, не, это тоже чуть-чуть, кора ран, ранг цени чуть-чуть, томас, это ласы говорят. Ранг цени чуть-чуть, томас, а тоже чуть-чуть, кони, А пустотность от самого себя, рандон, это пустотность объекта от собственного подобия, от собственной природы, также от того, что он пуст от осуществления собственными характеристиками. Тогда чонабе жеба жентон сеяте чигуар. Танжен баге, мы тут танжен баге, жентон сеячи, келенги варес. Ты не пейчер, па та чона пала па, жентон теле, чунчу че он дю там па. Чина ге жентон сеяте, танжен бе жентон та, чипа тавчи, чалчо, дус чене, дусу гапа джави варе. Ты ин дю там па, тенде тавчи ма то, нге жентон те, сида-сида хабма косе. Проблема
воззрение Джантонг в том, что оно очень схоже с небуддийской школой Джампемба, которая утверждает также пустотность от другого. По этой причине это учение как бы всегда ставили противоречия, и это вызывало много различных дискуссий. Еще раз повторите, пожалуйста. Как, какая? И на кого возлагал большие надежды несправедливо обидеть меня, пусть я буду видеть в нем плохого ученика, чтобы я не больше инвестировалась. Лоджонги курдец. А? Лоджон, свитима налог. Но думаю, на цик каче юрес. Не... Миджи бачи юрва колоды. Дрин чимбочене кора я нацоги чола гамбачи я да дне дамрати лоджон э лоджон кандес лоджон цигдема цигдема нале на дундума нале те цигаше юрес а кандес юрс мичи сула нацоти кадин чимбочене рва а данас чи юр не ци сиксин рогуме дуте а данас семжен тамже чи тонжен ду карсенго данас семжен тамже ла а Тене? Тене, кой шок не, насуга чола де нобада, тенес, нобада, каре, дамада, чеван, нэмбачик чея де, чена я насу де карин чегуре скула. Тене, да, лоджон сэйон де замба, чеда тэрва, аре. Лоджон сэйон де замба, ане, че, Семья там же не пытается карсору. Карен че вашик, им был гомговар, рано. Семья там же, семья, пена гарансу, сосу ранг дети, ина ранг дети, ина, они бы семья жена рагле бас, табу шингрова, самало. Карен же сего дю там бы гарансу, чик затон, они дуло, они бы чиг нека, самало, они бы жена тем почти шатарова. Пена затон гужиги ина и бы женьги они бы карсовота чи зюжа почти рва, женьги зюне гарансо сашошо нде чумарва, нде чири затон ина я гату жена рале тема, а дона гарансо дети ина бы чаян самало ина бы Когда мы полагаемся на тренировку ума, суть практики лужонг – это преобразование нашего мышления, это тренировка в том, чтобы научиться видеть взаимосвязь между нами и всеми живыми существами. Как бы они ни поступали в отношении нас, мы должны видеть, что все то хорошее, которое мы имеем, то счастье, которое мы обладаем, оно исходит именно от других существ. Потому что даже такие элементарные вещи, как еда, одежда и прочее, что у нас есть, это труд других существ. И все, что нас окружает хорошего, также благодаря им. Все чем я дети, чина я жена рале пар. Каждый сидит там, чего чима ганто чиг, они он то сами компания чиг топ, они топ гона, ганто танда они чиг сумчен женгас, латене они бе карсоро, мигу чубунку сурум сонго варва, мигу чубунку сурум сондю там ба, те сумчен жена латене сон варва, сумчен женг они бе сов маче, сумчен женг они бе чиг карсоро. Тени маченба, меленба, соба. Вот это все помало. Тени, они ганзу, и вачима, они чиг, он тюкомпан, тогурва.
ติงดิซัมบางาเจติวาชิมางอนติโกบาทอบาเตยาสัมเจชันลาราเลปะจิเรสเซนเดซัมมาเซอะติวาชิมายินายางอนติโกบาทอบาสัมเจชันลาราเลติวาชิเมดิจิเตยาสัมเจชันลาราเลติงดิซัมบางาเจติอันทาเวโกบาทอบกวานายาอันเนเปเตยาทาวาทอบาเตยาสัมเจชันลาราเลอะซาจิจิโกบาทอบกวานายาสัมเจชันลาราเลวาดาตินดิจิเรกะรุเซดิซัมบา ชาวจุกเซมกงกอร์สสมเจตามจลาเมเวจัมปาตานิจิตาวาจินเนชาวจุกเซมเกกูกยอยินดิซัมบาอันเนจิชาวจิกบันทบาเตยสมเจลาเตนยองกวยจิเรสตันดอนางาซุเทบุกเดจิซามาโลสมเจชันลาเตนยองบาชาตาเรสจินซุงกอร์วาติยิดิซัมบาตาจิรังเกเดวา Все блага этой жизни, они благодаря тому, что в прошлом живые существа способствовали этому, мы накапливали много добродетели, и эта добродетель, она проявляется уже в этом рождении. Если мы хотим счастья в будущих жизнях, то оно достижимо также благодаря опоре на других живых существ, поскольку нам необходимо практиковаться в 10 добродетелях, в отказе от 10 недобродетелей. Отказ от 10 недобродетелей подразумевает сдерживание себя от вреда другим существам. И практика достижение даже высших рождений, она опирается на других существ. Если же мы хотим обретения освобождения от сансары, то также необходимо опираться на других существ. Если же мы хотим достигнуть состояния полного пробуждения, состояния Будды, то это никак невозможно без других живых существ. Мы должны взращивать подхичиту, должны взращивать сострадание в отношении кого это все делается, в отношении живых существ. Поэтому все живые существа, они очень добры в отношении нас. Все, что есть самого лучшего, благодаря только живым существам. Поэтому, если мы желаем собственного счастья этого рождения, будущих жизней, если хотим достигнуть освобождения или же состояния полного пробуждения, то мы должны полагаться на других живых существ. Поэтому все, что есть самого лучшего у нас, мы мысленно отдаем всем живым существам. Все страдания, всю боль, которая есть у живых существ, мы забираем на себя. И это есть практика отдачи и принятия, то, что называется тонглен. Это результат практики преобразования мышления луджонга. Anda cik tindi rajeri, semacam siangge ane be dihidup tu so, dihidup dah dunghe tu so, ranting tu cuyul dah, rangge ane cik dihji dah geza, dihji dah dewi ju geza dah cipa ane cik semacam la pahatan ya, dah tindi ke tonglen caya cik tu sungguh waris, dah cik cian lojong tindi rajeri, di mana tu tanda lojong cikje mana ngaya tu cik de, jengke mendu. ते मार्टिन दिव चंबा गांधी ते लोजों सीज़े में खोरा रंगे ते करते ठीक ते जे ते मार्टिन दिव चंबा ने शेटु मधुआ суть практики тонглен принятие отдачи мы представляем все недобродетели живых существ все их страдания все их загрязнения и вбираем все это нехорошее в себя мы представляем все самое лучшее что есть у нас наши добродетели, наши качества. И выдыхая, мы представляем, что даруем это живым существам. Это и есть суть практики тонглен. Каринго, да, на семьян там дела, сонья, юрид, да, ты где, сатан, дэнгу, меду, кунла, кадэн, шева, гом, сэйна, чик. Да, на семьян, ты бэ, кадэн, чэмбу, имба, ты, семьян, жэн, кадэн, чэмбу, имба, гом, я, да, тэнди, чик, сунгу, я, инсэр. И основа практики луджонг – это памятование о доброте живых существ. Еще вопрос? Мдуа. Уважаемый Римпоче, меня так
такой вопрос. Допустим, практика бодхичитты подразумевает практику шести парамид, в том числе парамиду даяния, ну, и парамида даяния, насколько я понимаю, говорит о том, что мы должны быть готовы отдать все, что у нас есть, тому, кто попросит, кто нуждается в этом. Вот. Но в то же время, живя жизнью мирянина, жизнью домохозяина, домохозяин не может отдать все, что у него есть. И вопрос, как бы, как совместить жизнь мирянина с домохозяина, с практикой даяния. Вот такой вопрос. Рета, томар не пичанчук к семке, ты не чанчук к семке, не, чиги джинсо пачан тула, сав гуварва, да ты не тина, не да джимба танди замба, не бе рана карса, юба самало ба тего ребе се ребе, а да, дусре да. Ты чёрнг ранла ёпали рва ранг пежу чебали жена пежу чебати гесен ширак чембу ёна а те на ти кор рва жена те бали ранг эне бе пежу чене гесен че а ёна чиг ранг эне бе чу ду бе тунье чене кола те бали ранг эне бе чиг ньяр дена эне Чуйлапчан дубтубьяла пенпачитан тинди йобайина, ане ко мусу матэна дикуари. Апа чик тонсам пэргувари, жанла ян сэна чинэ матэба тинди чичуапари. После того, как мы зародили бодхичитту, устремленность к пробуждению, необходимо практиковаться в шести запредельных действиях, которые называются шестью параметрами. Первый является парамита даяния. Суть парамиты даяния – избавление от жадности. Когда кто-то у нас просит что-то, если мы видим, что эта вещь принесет больше добродетели в его руках, что принесет больше пользы другим, чем если этой вещи будем обладать мы и использовать ее, то мы должны отдать эту вещь. Но если мы видим, что в наших руках и используя ее сами, мы принесем больше добродетели и пользы другим, то мы должны ее оставить. Самое главное, чтобы у нас не было скаридности, цепляния за эту вещь, не было жадности. Ты ребята, да? Ты знаешь. Ситики. Томай, сэр. Дорогой учитель, позавчера вы говорили о том, что европейцу благоприятнее читать молитвы на своем языке. А что тогда вы можете сказать в отношении практики начитывания ман? Обучила. Каника. У русских это бадона, пинто чейо рез не суньоро. Ари. Нак нямлен ченер вас пернати. Нагай. Нагти. Ри. Нак дона. Нагти джургир горве комаре. Ри. Чита. Чита нак дона я. Нак дона хакона я хуяр. Русу гала. Руа. Нак дона я су. Русу гала хакона я хуяр. Ina yang cipta ngah tu so yang namju mana so ina cik ngah tu anda cuma cijing kepe kogu mana yang ada ngah dani mangku yarwa. Jadi itu tambah ngah tu anda pe tiang hakobaci cuna yakures ngah dani. Что касается мантры, то хорошо, если вы будете понимать смысл произносимой мантры, в этом больше пользы. Но, как мы видим, много людей, они произносят мантры, даже не вникая в смысл. Это тоже несет пользу. Пятики.
сына. Здравствуйте, уважаемый Елаем Доча. Такой вопрос, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот понятие добродетели. Потому что, ну, как сказать, мы же понимаем, что добродетель, допустим, она не совершается, ну, как сказать, ну, как и пирамиды, наверное. То есть о них говорить сложно на таком уровне мирянина, наверное. Вот. Ну вот просто вопрос о добродетели, то есть качество ее, причину возникновения, там, не знаю, исчезновения. Будьте любезны, пожалуйста. Гива Гарина, Гиви Цанита, Гива Ламды Гарирезлабду. Гива Э. Гиви Цанита. Гиви Цани Э. Насоми Пало Бичатасу, Гива Гандесхи Тугрезлабду. Гиви Цани Гарирезлабду. Гива Гандесхи Тугрезлабду. Гива Гандесхи Тугрезлабду. Та гиви сенье сидит там, ба ранг дева че и на, да гива инчири вечер. Что является добродетелью? Добродетель — это то, что приносит в окончательном счете ваше благополучие, что приносит вам счастье. Это и есть характеристика добродетели. Та гранто гива кандизе че тугуре сигуарве. Да гива че тубя се аде, да гива рамли тасам че юарес. Есть три категории добродетели: это высшие, средние и малые. Пена, они гива рамли тасам се аде, чинаг кунола рале ти юарес, рва гарансо кунола. И они зависят именно от мотивации. Пена, они бы чикуло, та карсоро. Смотря там, где кто, они чик санди чикова то брачаво не бы. Чанчук симку та чикуло, чанчук симку симбачи я на чё гевате бе дачем бочирес. Гевачунчо чумаче на я гевате они бы дачем бола дюргуарес. К примеру, если вы осуществляете какое-то действие, имея мотивацию достижение пробуждения на благо всех живых существ, то пусть даже действие будет незначительное, доброе действие, но принесет наибольшую добродетель всего такой обширной мотивации. Если же ваши добродетельные поступки мотивированные желанием достижения собственного освобождения, то это будет нести средний добродетель. Если ваши действия продиктованы не желанием обретения дурного перерождения, а связаны с желанием обретения хорошего рождения, то это малый добродетель. Это то, что касается понятия добродетельного поступка или добродетели. На этом все закончим сегодня.